Oh, nice, nice. Вот сейчас, вот так вот. И вон туда можно задом. Вот. Это мы приехали разгружать на лапу. Согресли это. Лестница вот, вот. Вот я возьму. Ты пока снимаешь. Покажу. Все, хватит. Может, хватит, можно еще ближе было ходить. Да, тут видишь, и знать не спустишься. Это что у вас такое? Лабас. Это тоже, сейчас скажу, я расскажу. Лабас. Лабас это лабас. По-русски на. Или по-французски? Вот, что посмотрите, такое? Это по-русски. А, это он хранилище, стоит, да? Видите, на рельсе. И вот она, мышка идет, она вот упирается, дальше некуда идти. Вот. И здесь мы храним наши продукты. Это не просто так, тут все обдумано. А вот это называется балерина. На кривых ногах. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Балерина. Там у меня голубятня отдельно была. Вот там колонок кто нарушил. А там я и спал. Игнат Тихонович, мешков 10 старой муки. Давай сюда, кидай. Так, ну вы на палатку давайте. Устинова. Палатку давайте. Где на палатку? Вот сюда, на палатку. Давай. Это мы раздадим деревню, которая была не востребована. Давай. Помогай. Сейчас они положат, а потом мы скажем деревню раздвижем. Так, надо это, закрыть вот это вот. Здесь порвать можно. Закрыть сейчас. Травой хотя бы, я не знаю. Так, чем не ладно? А там нету другой палатки-то? Ну, при краях здесь. Да не надо пускать на края-то. Зачем? Ты прямо оттуда и бери на него, от него. Туда не допускай. Саша, помогай. Подождите, где? Мне опыт. Давайте я, Игнатьевич, возьмите, я сниму. Давай. Ну, вот сними, закрой. Мне же на вытянутом... Вот они где. Поэтому вот так, вот. Давайте, снимайте. Вот, вот нам помог вот Евгений, там вот приехал. Зацепляется, цепляется проволока специально, чтобы она ветром ее. Там, вот туда это, дальше. Затяни туда его, вот, за что-то. Так, подожди. Ну, вот, бери быстрее, Никита, еще смотришь-то. Клади. Так. Подожди, а то вес в муке будешь. Ну да. Давай. Ну тут понятно, что отошел. А это балерина, это что?